Это что такое олимпийская деревня? Это такое вот, телетели тролливали. То есть нормальные спортсмены в олимпийской деревне не живут. Борьба с властью, борьба с идеями, борьба с церковью. Возьмите камень, да тресните ей по башке. Добрый день! Мы сегодня пришли в гости в дворец спорта «Юбилейный», который петербуржцы еще любя называют «Юбиком». И очень его любят за счет, в том числе, прекрасного месторасположения. Потому что, знаете, рядом старина Петровский, который сейчас, правда, после ухода «Зенита» стал немножко проседать. А «Юбилейный» живет полной жизнью. Здесь прошла реконструкция несколько лет назад. Сейчас здесь есть хоккейная «Динамо» играет, баскетбольный «Зенит». Поэтому у «Юбилейного» все будет в порядке, и он будет жить еще и поживать. Но сегодня мы пришли не просто на арену, да, посмотреть на эти каменные статуи, а еще в том числе поговорить с генеральным директором Антоном Шантырем. Он выиграл медаль на первой Олимпиаде для России. Антон Шантырь – серебряный призер в командной гонке преследования на велотреке в Атланте в 96-м году. Пойдемте познакомимся. Юбилейный бренд 67-го года, но все-таки спорт – это бизнес. Вам предлагали деньги за нейминг? Нет, суммы не предлагали, предлагали рассматривать разные бренды. Но я патриот, и название вообще «Юбилейный» 50 лет, и он был для меня и будет после меня. И да, на самом деле проще всего что-то купить и что-то продать. Ну, там на 5 лет, но, например, будет не юбилейный, а там не, что-то есть. Вы не понимаете, задачи-то другие. А задача юбилейного сделать вот, из того, какой он и есть, проживший несколько эпох, и в памяти людей, которые сюда приходили, как зрителей, так и спортсменов, он должен оставить в памяти те времена, вот как они были. А вы говорите, эпохи, смотрите, СКК тоже эпоха, а СКА хочет снести его сейчас. Да, ради бога, может быть, это можно делать, и, наверное, и нужно делать, но мое мнение относительно вот, ну, там, дворцов спорта, что если есть возможности, если есть деньги, нужны новые объекты появляться. То есть дополнительно. Не на месте старые. То есть старые нужно, если они в какой-то степени там соответствуют каким-то нормам и требованиям к определенным видам спорта, то их нужно сохранять. У нас на сегодняшний день серьезный дефицит в объектах спорта. Эта история, это все, что было связано со СКА. Один из очень известных хоккейных коллекционеров предоставил нам эту коллекцию. Ну, вот, и мы ее очень бесплатно? Гордимся. Да, конечно. Ну, для него это имиджево, для нас тоже представляет особый интерес. Вот хоккейный у вас я вижу, а баскетбольный есть? Мы работаем с Федерацией баскетбола. У нас на матчах баскетбольных, когда играет баскетбольный клуб «Зенит», мы предоставляем вот эти вот музейные ниши, чтобы людям было интересно. И бывают матчи, когда то есть вместо хоккейной баскетбольной? Когда вместо хоккейной, да, баскетбольные какие-то мячи, да? Мы меняем, да, там даже на самом деле не так много. А если поставить хоккейную, то на баскетбольную, например, нет? Не-не-не, смысла в этом нету. То есть если у нас какие-то мероприятия, связанные с фигурным катанием, то мы предоставляем Федерации фигурного катания. Они привозят какие-то атрибуты. Мишин тренирует. Ну, наверное, это будет свысока сказать, что я горжусь там тем, что работаю с Алексеем Николаевичем Мишиным, потому что Мишин на самом деле это такая... Так он легенда сам по себе, а все, что связано с дворцом спорта «Юбилейный», это такая жизнь для дворца спорта «Юбилейный». То есть Мишин, в свою очередь, вдохнул жизнь в «Юбилейный». То есть... Ни разу не было такого, что он в сердцах говорил, я ухожу, все, надоело. Да нет, это, скорее всего, «Юбилейный» там каким-то образом отползет, там, а он его назад будет притаскивать. А вот так даже? Не, Алексей Николаевич никогда отсюда не уйдет, потому что это его дом, он здесь проводит большую часть своей жизни со всей своей семьей, супругой, там, внуки перебегают. Он очень такой живой человек и живет не просто своим творчеством, которое он воплощает на лед, там, он живет еще и теми людьми, и... той атмосферой, которая царит вокруг него. Очень интересный человек. Это как Тамара Николаевна Москвина. У меня кабинет с окнами прямо вот, ну, во двор и на стоянку. И это единственный человек, который на работу бегает бегом. Ты что?
единственный человек. Я на самом деле вам говорю, потому что ну, у нас достаточно много людей проходит, то есть в двери, в которые вы заходили, там каждый день примерно 1500, от 1500 до 2000 человек проходит каждый день. И опаздывают же многие, в принципе. Но даже если Тамара Николаевна не опаздывает, она все равно передвигается бегом. То есть вот для меня это такой вот, просто... пример человека, который экономит свое время и пытается всю себя отдать. Вот это вот такое вот проявление любви на самом деле, вот такое библейское. Ваш тренер, вот Александр Кузнецов, говорил, что ему отпуска не нужны. Вот все, он работает круглый суток, там дочка вытащила на пару дней в отпуск, он запросился домой. А у директора юбилейного у вас бывают выходные? Сколько вы здесь проводите? А голова на работе все время, там 365 дней в году, и потому что объект достаточно сложный, в то же время он очень интересный, он живой, потому что здесь постоянно разные мероприятия, там за 300 мероприятий в год, они все разноплановые, мы на каждом мероприятии думаем головой, каким образом для контрагента, для заказчика мероприятия сделать, создать удобные условия, но прежде всего думаем о зрителе, который приходит во дворец спорта. Потому что зритель, приходящий во дворец спорта, он не понимает, кто организовывает хоккей, футбол, баскетбол, концерт и так далее и тому подобное. Он понимает, что он пришел в юбилейный. И если у него в туалете пахнет, или он не может найти свое место на арене, или ему холодный кофе налили, или он просто там у него потерялся ребенок, и у него не у кого спросить, где ему найти своего ребенка. Но здесь, когда 6500 приходит в зал, то тут не протолкнуться. Образно. Здесь достаточно плотненько, да. То есть это все как какой-то там негатив, а зачастую мы люди такие, что мы больше негативного у нас оседает в голове. Мы, безусловно, все это возмещаем на арене. Цвета, скажем, не патриотичные, красные. Классно, театральные. Наоборот, питерский театральный цвет. Да, такая теплая театральная питерская арена. Да, мы в этом году поддались общему влиянию нового движения. Снова поменяли размер площадки. Ушли в тренде на канадскую. У вас забавное сочетание. Площадка канадская, а красная машина. Ну да, канадская, мы ее в кавычках называем канадская. Площадка питерская. Поэтому... Антон Шантырь и его команда на Олимпиаде в Атланте взяли серебро. Тогда это воспринималось как сенсация. И ваш тренер жаловался, что трек в Атланте был самым худшим, на котором он был. То есть получается русским, чем хуже, тем лучше? В общем-то, ситуация тогда связанная с Олимпиадой, она, если сейчас уже через призму только прошедшего времени можно было рассуждать, то она так и складывалась, потому что мы жили тогда в тепличных, скажем так, условиях. В Испании климат был очень хороший, то есть, там, не знаю, 10 дождей, наверное, в году, а для велосипедиста все очень важно. И готовились на треке, который у нас был в деревне, в испанской деревне. Это был, если сейчас туда приехать, это такая какая-то детская площадка и непонятная там дорога по кругу с небольшим антиуклоном. И мы там готовились к Олимпийским играм, выполняли программу. Я помню, интервально ехали там по 5 километров, стартовали с места. Безусловно, это были в травмах. И самое, что примечательное, там приходилось, может быть, для некоторых, кто не понимает, что такое велотрек, будет сейчас странно сказано, но велотреки вообще обычно не рулят. Рулем управляют минимально, в основном это перекладывание центра тяжести, когда ты уходишь под борт, ты просто перекладываешь велосипед и уходишь сразу, улетаешь наверх, перекладываешь, улетаешь вниз, а там нужно было реально управлять велосипедом, то есть каждый вираж, он начинался с поворота, и выход из виража тоже с поворота. Причем это делалось на большой скорости, там была неровность, то есть был какой-то залитый бетон, кочка в одном месте подкидывала так, что разбивала тебе одно место там в хлам. Это все нужно было как велосипед ремонтировать. Я помню,
Ну, то есть, ну, грубо говоря, что касается уже приезда в Атланту, тот велотрек, который там был, для нас это был вообще такой автобан вообще. То есть настолько были классные условия. Я уже сейчас это понимаю. То есть тогда для нас было что день, что ночь. Нас можно было в любое время поднять, и мы могли там свои там 4-4-4 там проехать в командную поднимал гонку. Ночью? Ночью не поднимал, но мы были готовы. В Колумбии на чемпионате мира нам нужно было попасть в 11 команд, и мы попали 11-ми. А вот так? То есть мы попали последними на Олимпиаду в Атланту, последней командой зацепились. Мы заняли попали последними и привезли из Атланты серебро. Да. Обойдя очень сильную команду мира Австралии в полуфинале выиграли. Но с французами да. В финале тяжко. Морально мы готовы были сражаться с французами, но французы приехали, все 4 человека приехали с Тур де Франса. То есть это они, в принципе, делали то же самое, что мы делали в Испании, в Тартусе, только они это делали на протяжении месяца по дорогам Франции, каждый день. Сколько вам дали дней отпуска после Атланты? Да нет, какие дни отпуска? А мы даже в Олимпийской деревне-то и не были. Мы жили недалеко от велотрека, причем мы жили в каком-то в доме, где жили его же и хозяева этого дома. У нас было просто там 4 кровати, я даже не помню, где Олесь Анатольевич спал. У нас было 4 человека, мы жили в одной комнате, у нас стояло 4 кровати, каких-то там раскладушки. Это что такое Олимпийская деревня? Это такое вот, тили-тили-трали-вали. То есть нормальные спортсмены в Олимпийской деревне не живут. Там гульба, веселье, стрельба, взрыв, там же тогда взрывали еще что-то. Но нас это не касалось. Скоро ты сыновья, сам это смотрят на эклипсу. Это они, а по мне али камера, а по нам эраситехни, по брефике это семью экину. Покажете нам свой кабинет? Так и есть, на самом деле. Пойдемте, конечно. А пойдемте через хозяйственную зону. У нас спорт никогда не воспринимался, не позиционировался как работа. А сейчас спорт имеет место быть в жизни профессионала. То есть спорт – это профессия, это работа. То есть, занимаясь спортом, ты можешь заработать на себе на жизнь своим детям и внукам, да, и спорт – это здорово, спорт – это хорошо, спорт – это здорово. И обязательно спорт нужно разделять. То есть, есть спорт высших достижений, а есть некая физическая культура. Приемная – это приемная. Здесь у меня сидит обычно секретарь. А это кабинет генерального директора. А что это за картина? Ваша? А вы не помните, да, этот сюжет? Это как грешницу провели на суд, на суд к Иисусу Христу. И говорят, ну рассуди, вот, скажи, повелевай казнить ее. А он говорит, ну кто из вас не имеет греха, возьмите камень, да тресните ей по башке. Ну, естественно, они ее отпустили. Конечно. Это еще говорит о том, что все мы, в общем-то, грешные. Все зависит от того, как мы воспринимаем и выстраиваем свою жизнь. А вам часто приходится юбилейным казнить, увольнять? И что вы при этом ощущаете? Я стараюсь заботиться о каждом, скажем так. Стараюсь заботиться о каждом. И дело все в том, что хорошо, когда у тебя в жизни есть взрослый старший наставник. Ведь можно так рассуждать, что бывают моменты в жизни, когда мы занимаем чье-то место. И размещаемся в нем, чувствуем себя комфортно и удобно, и упускаем момент роста над собой. Угу. Упускаем момент реализации своих возможностей. По-взрослому, если правильно судить по Википедии, только одна медаль серебро на Олимпиаде, ни на мире, ни на Европе. Как так получилось? У меня есть 2 медали золотых с чемпионата мира юниорского. Юниорские есть, я да. Вот и удивился. Есть, и они мне очень дорогие.
Потому что я достаточно поздно начал заниматься велосипедным спортом, мне было уже 14 лет. У меня папа военный, мы жили в Санкт-Петербурге, и мне было до Бутлерова там недалеко. Я ходил, занимался футболом. Потом нам дали, папе дали квартиру, мы переехали в Сестрорецк, там была прекрасная лыжная школа в Сестрорецке, я пошел заниматься лыжами. Что поближе? Зиму сменило лето, я думаю, конечно, надо на велосипеде там кататься. Я пошел кататься на велосипеде, и, в общем, лето прошло весело на даче, потом какие-то начались кроссы, я помню, какой-то кросс выиграл, и хлоп, меня там в сентябре уже привезли в интернат к Александру Анатольевичу Кузнецову. Тот период, это такая, не сравнить это с комой, но это такой какой-то один день. Вот такой вот один день забытья, потому что ты постоянно в борьбе со сном, с голодом, с холодом, с ветром. То есть вот эти вот какие-то физиологические штуки, они постоянно тебя, то есть, а уж быстро про школу, про школу. Или это постоянно вот сидит? Быстро менялись люди. Ага. То есть очень... Кто-то ломался, уходил? Ломалось очень много, да. Очень ломалось много, мне буквально там через два месяца, со мной пришли три человека, через два месяца я один остался. Потом приехали кто-то, мальчишка с Ростова приехал, он долго с нами катался, там хороший такой парень, талантливый, тоже терпила такой. Вот прям, знаете, вот, ну, вот такой. А очень внутри, и мы все такие, знаете, вот в этом каком-то котле варились, таком, все вместе страдали, вместе ели, там, вместе принимали душ, вместе в бане парились. Там. И все это в динамике, все это очень четко в режиме. И мы такие были одной командой, такой одной семьей. Причем еще очень важно было, важной составляющей тогда было, это я сейчас уже понимаю, что Александр Анатольевич был с нами. Хоть он был заведующий кафедрой в университете Лесгов-то, велосипедный. Он с нами был, на каждой тренировке в машине ехал. Дождь. Он с утра на пробежку с нами, в баню с нами, там, в душ с нами, в столовой с нами. Он ел тоже еду, что мы... То есть я был свидетелем, когда он приходил, если там, не знаю, какая-то пересоленная или переслащенная каша была, он там ее повару пред нас одевал на голову. Ну, то есть мы, ну, знаете, вот так вот все как бы честно, прозрачно и для тебя все это было. А еще очень такой важный показатель тогда был, это, я помню, 2 сентября с утра вышел на построение в 7 утра в один зал, вот слева стоял я стоял 24-м с одной стороны, я был самый маленький, а с правой стороны первой стояла Галина Царева, 12-кратная чемпионка мира, а рядом с ней стоял... ну, там, Слава Якимов, который приехал с Олимпиады, вот, Сеула в этом же году, в 88-м. Потом стоял там Монаков, Краснов, то есть команда чемпионов мира. И мне было четко понятно, что мне не надо ничего придумывать. Вот 24 человека. Передо мной. Мне до олимпийской медали. То есть, ну, ничего не надо было думать, потому что мы делали все одно и то же практически. То есть старшие, они просто, ну, чуть больше нагрузки делали, но в одном режиме были. Ну, сейчас модно, интерес, сейчас целый, на мой взгляд, это бизнес, борьба. Борьба с властью, борьба с идеями, борьба с церковью, потому что борьба – это определенный бизнес. Вот. Причем никто не понимает цели борьбы, никто не понимает, за что бороться и к чему же идти. Главное – бороться, ну, потому что, наверное, по пути этой борьбы кому-то что-то платят. История вообще этих мест, она очень такая глубокая и очень интересная. Вообще дворец спорта же находится на омывной территории, на воде. Потому что там на берегу стоит здание Тучков Буян, это остров был, вот, остров Буян. Вот. Сначала он там даже Пеньковым островом назывался. А здесь намывная территория, и берег был как раз на Добролюбово, как раз Князя Владимирский собор стоял на берегу. Я не знал. Представляете, это причем не так давно было, это какие-то столетия. Представляете, да. Нет, интересно все это. Очень интересно, да. Хорошо, спасибо вам огромное. Всегда рад. Все, да, приходите к нам.